О, герой Дамаска. Заходи и поболтаем. Расскажешь о своих приключениях. Боюсь, у меня нет на это времени. Понимаю. Теперь я тебе не чета. Нет, все не так. Ну, конечно же, нет. Так чем я могу тебе помочь? Мне приказано отнять жизнь у человека по имени Джубаир. Старший ученый Салах ад-Дин, странный выбор цели. Но кто я такой, чтобы критиковать волю повелителя? Уверен, у него есть причины. Так ты знаешь этого человека? Да, и последние несколько дней он был весьма занят, собирал ученых и посылал их на улицы проповедовать. И о чем они говорят? О свете и огне, об очищении грехов. На мой взгляд, бессвязная чушь, вся эта болтовня о дорогах и новом мире. Что такое новый мир? Понятия не имею. Я не вслушиваюсь в бред безумцев. У меня хватает своей работы. Хорошо. Я пойду поброжу среди толпы. Может, удастся что-нибудь узнать. Где мне начать поиски? К югу отсюда Академия и Сторожевая башня. Там ты наверняка что-то узнаешь. А на востоке есть больница, в которую тебе тоже стоит взглянуть. Я приступаю немедленно. Какой энтузиазм. Да, ты изменился, и хочу заметить, в лучшую сторону. Плохие новости, брат. Сегодня я убил тамплиера. Но вообще-то это хорошие новости. Я даже нашел при нем письмо и отдал его Нумаиру. Он сказал, что разыщет тебя и передаст письмо. Но по твоим глазам я вижу, что этого не произошло. Поэтому не трать зря время со мной, а разыщи Нумаира и забери у него письмо. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монеток. Что-нибудь для больной голодной. Когда-то он был учителем, лжепророком. Затем Джубаиру открылся путь. Он понял, что должен сделать. Понял, что, узнав правду, он должен нести ее людям. И как? Альтаир, сюда! Я искал тебя повсюду. Вот, возьми это. Наконец-то мне можно вернуться в Масиаф, чтобы еще раз я вызвался кому-то помочь. Я хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Я хочу увидеть его, услышать его голос. Это можно устроить, но тут нужна осторожность. Есть те, кто противится просветлению. Они могут напасть. Они невежественные и трусливы. В твоих словах искренность, но могу ли я тебе доверять? Сам этот вопрос ранит меня. Ну хорошо, мы каждый день собираемся в медресе. Он говорит с нами, а затем ведет в город, чтобы мы очищали его. Я могу стать одним из вас? Пойми, мы избрали непростой путь. Мы жертвуем всем ради нашего дела. Я понимаю. В таком случае приходи на нашу встречу. Посмотрим, насколько ты силен. Я хочу есть, я так голодна. На вправду он должен нести ее людям. И как этот путь открылся ему? Так он открылся и мне. Я укажу вам этот путь. Джубаир видит вещи такими, какие они есть на самом деле. Он видит яд, который вы несете в сердцах и умах. Он очистит вас от него. Выносите все записи из ваших домов, отдавайте их нам. Их нужно уничтожить. Ты мне подерешься! Кто-нибудь, спасите меня от этого! Для чего он дерется? А это не было мое. Прошу всего лишь...
Насилие — это не ответ, дитя мое. В этом я с тобой согласен. Так что говори, тогда мой клинок не тронет тебя. Что задумал твой хозяин? Зачем ему уничтожать знания? Мы закладываем камни, чтобы построить дорогу, по которой пойдут все люди. Она ведет в лучшее завтра. Это не то, что я вижу. Значит, ты слепец. Слова на этих пергаментах — это яд. Но у Джубаира есть противоядие. Он освободит нас от лжи. Ты несешь бред. Ты потерял разум. Не потерял, но нашел. Я вижу мир таким, какой он есть. Джубаир столько всего показал мне. Я просветлен. Ты фанатик. Очень опасный. Делай, что должен. Это ничего не изменит. Я не боюсь. А стоило бы. Сюда! Руманеток! Альтаир, друг! Я смотрю, тебя тут многие ищут, как и меня. За мою голову тоже назначена награда. А мне нужно успеть отправить семью обратно в Масаив. Ты можешь выполнить мое последнее поручение в обмен на информацию, а? Надо убить кое-кого в квартале Джубаира. Поспеши, друг! Хоть что-нибудь для больной, голодной нищенки. С севера идет английский король и его армия неверных. Смерть и ужас не сбывали. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Скачет им навстречу. Умоляю вас, господин. Их всего пару монеток. За варварские деяния. Странно, зачем ему это? Бога, чтобы он вернулся с победой. Он зашел, а? Будьте бдительны, друзья. Шайтан всюду вокруг нас. Смотрит, ждет, искушает нас. Будьте сильными, сильными, как Салах ад-Дин. Тебе что-то нужно? Да, но и времена настали. О, нет! Где тот, кто заварил эту кашу? О, ты выбрал правильное место! Нет, лучше торговца! Пожалуйста, господин, подходите, подходите! Я хочу есть! Я так рад твоему возвращению! Ты цел и невредим! Мне уже пора идти к семье, но послушай, что я скажу. Я нашел карту, на которой указано, где ученые собираются сжигать книги и манускрипты. Будь осторожен, и да хранит нас будущее. Я передам своей семье привет от тебя. Добро пожаловать. Здесь все, что тебе нужно. Мои родные больные пухнут в голову. У меня есть то, что... Альтаир, твое имя у всех на устах. И в кои-то веки о тебе отзываются хорошо. Может быть, ты согласишься помочь мне в одном деле? Джубаир недавно нанял несколько торговцев шпионить за гражданами. Он снабжает их золотом, а взамен получает имена. Ты очень поможешь городу, если уничтожишь стойки с товарами этих торговцев. Тогда все это прекратится. Может, этому безумию есть объяснение? Стража! Кто-то убил ее! Куда же? Сюда! Убей! Тебе не удастся скрыться! Подходите, смотрите мой товар! Кто же тебе конец? Он хочет меня убить! Помогите! Тебе не удастся скрыться! Сиди! Стража! Сюда! Вместе у нас все получится. Потом это не кончится. О боже, стража! Мы прикроем тебя, брат! Слава Салах ад-Дину! Он нашел себе силы встать за защиту нашей великой цивилизации! Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления!
Неверный король хочет перебить нас всех до единого. Мы должны защищаться. Ты сделал большое дело, Альтаир. Взамен я поделюсь с тобой своим знанием. Тот, кто тебе нужен, одевается, как его последователи. Но ты отличишь его по богатым шитым золотом одеждам и большому кошельку, который он носит с собой. Найди его, брат. Пусть он познает боль. Скачет им навстречу, дабы остановить их. Мы нашли место! Точно по описанию! Думаю, что он этим сам займется и побыстрее. Лучше ничего не говорить остальным. Мудрое решение! Честно говоря, я вздохну с облегчением, когда все закончится. Уже скоро, друг мой, скоро. Сегодня последний из них будет сожжен. Мальчик, иди сюда. Письмо все еще при тебе? Да. Так ступай и доставь его. Того, для кого оно предназначено, ты найдешь в медресе. Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы, но я говорю, слава! Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим, нет участи славнее! Будь проклят христианский король и его армия неверных! Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это! И в страдании и боль остаются там, где собой они говорят, не убедись! Невежество, насилие, безумие! Мы должны дать им отпор любой ценой! О, похоже, ты точно знаешь, что тебе нужно. Внимайте мне, граждане! Есть новости? Я многое узнал о своем враге. Поделись знаниями. Джубайр свихнулся. Он хочет, чтобы в городе не осталось знаний. Ужасное преступление. Понимаю, почему Аль-Муалим хочет его устранить. Он использует городских ученых в своих целях. Они нападают на людей и отбирают у них все научные записи. Боюсь, Джубайр хочет их все уничтожить. Его нужно остановить. Поэтому я здесь. У Джубайра назначена встреча в медресе Аль-Каласах. Я отправлюсь туда. Там я заберу его жизнь. Я оставляю тебя, чтобы дать тебе возможность подготовиться. Перемотка на более поздний участок памяти. Все книги и рукописи в городе должны быть уничтожены. Друг мой, не нужно этого делать. Эти пергаменты хранят множество знаний, что с благой целью оставили нам наши предки. И что же это за цель? Знания будут маяком, что ведет нас, спасая от тьмы невежества. Нет, эти свитки полны словами лжи. Они отравляют разум, и пока они существуют, тебе не увидеть мир таким, какой он есть. Как ты можешь говорить, что эти свитки вредны? Без них невозможно обучение. Вы обращаетесь к ним за ответами. Вы больше полагаетесь на них, чем на самих себя. Это делает вас слабыми и тупыми. Вы верите словам, каплям чернил. А вы когда-нибудь думали о том, кто написал их и для чего? Нет,
Вы просто принимаете эти слова на веру. А что, если они обманывают вас, как обычно? Это опасно! Ты не прав. Эти тексты несут дар знания. Они нужны нам. Ты так любишь свои драгоценные записи? Ты бы сделал все ради них? Да, да, конечно. Раздели же их судьбу! Так будет с каждым разделяющим его мысли. Кто еще встанет на моем пути? Хорошо. Ваша задача проста. Ступайте в город. Собирайте все записи, что найдете, и складывайте в кучи на улицах. Когда вы закончите, телега их заберет. Все они будут уничтожены. Поступайте правильно! Мы вместе очистим наш город от яда прошлого! Это благое деяние! И из очищающего пламени восстанет новая эра! Эра истины единства, в которой будет править лишь мудрость! Люди Дамаска, вы поступаете правильно. Мы вместе очистим наш город от яда прошлого. Это благое деяние. И из очищающего пламени восстанет новая эра. Эра... Почему? Почему ты это сделал? У человека должна быть свобода поступков. Нельзя карать за убеждения, даже если, на твой взгляд, они ошибочны. Что же делать? Кому как не тебе знать ответ. Учить их, чем истина отличается от ложного. Знание освободит их, а не сила. Они не учатся. Они закоснели в своих заблуждениях. Ты наивен, если думаешь иначе. Это болезнь, от которой есть лишь одно лекарство. Ты не прав, и поэтому тебя надо остановить. А ведь я, как одна из книжек, что ты стремишься спасти, источник знания, с которым ты не согласен, и тем не менее ты забираешь мою жизнь. Небольшая жертва, чтобы спасти многое. Что, как не древние свитки, воодушевляет крестоносцев, что наполняет яростью Салах ад-Дина и его людей. Эти тексты таят опасность, несут смерть. Это тоже небольшая жертва. Это не имеет значения. Твое дело сделано. Мое тоже. Artık bir anlamı yok. Burada olmadığından eminim. Альтаир, скажи мне, ждал ли тебя успех? Да. Пламя Джубаира потушено. Он мертв. Отличная новость, я не сомневался в твоей победе. Это надо было видеть. Ученые с готовностью пошли за ним. И они жгли не только книги, они предавали огню любого, кто вставал на их пути. Невежество несет лишь зло. Сегодня ты сделал благое дело. Как и остальные, он полагал, что поступает правильно. Расчищает путь в светлое будущее. Ну, конечно. Так работает разум безумца. Все то, что я видел за последние несколько недель. Будто весь мир сошел с ума.
И поэтому мы хотим остановить войну, чтобы разум вернулся. Людям нужны лидеры, которые направляли бы их. И этим пользуются злодеи вроде Джубаира, подталкивая их к злу. Ступай, Альтаир, иди к Аль-Муалиму и поведай ему о благе, что сотворил сегодня. Покоя и мира тебе, Рафик. И тебе также. Перемотка на более поздний участок памяти. Это немного веди. Понимает, что есть узкое окно запуска. Где бы ни спрятано, надо его достать. Работаем над этим. А когда закончите? О нем позаботиться. Мне нужен отчет от вас завтра утром. У меня есть работа. Так что я оставлю вас до утра. Похоже, с Анимусом проблемы. Нет, все нормально. Я уверен, что он выкинул меня, когда... Тебе лучше заткнуться. Ты расскажешь мне, что происходит? Мы должны остановить их, Дезмонд. Когда они доберутся до последнего участка памяти. Они только начали. Они хотят все поменять. То, как мы живем, то, как мы думаем, то, что мы есть. Ты слышал лекцию Ведика? О том, что мир живет неправильно. Что ему нужен порядок и дисциплина. И они дадут это миру. Только мир они при этом не спросят. Как? Сокровища тамплиеров. Они думают, это... Мисс Тилмо? Слушай. Загрузите файлы памяти Дезмонда в базу данных. Ясно. И что? Вы используете меня, чтобы найти сокровище тамплиеров? Как там, частицу Эдема? Да. Но похоже, что она в Массиафе. Не знаю, зачем вы тратите на меня время. Послали бы туда людей, да забрали бы ее. Они не могут. Все не так просто. Артефакт из Массиафа был уничтожен в результате несчастного случая. Тогда что им нужно от меня? То есть от моего предка? Они хотят, чтобы он показал, где искать оставшиеся. Ты хочешь сказать, таких штук было несколько? О, Дезмонд, ты даже не представляешь. У вас проблемы, мисс Тилмон? Нет, Ворон, у меня все как в Денвере. Тогда где же файлы? Мне нужно загрузить файлы, пока он не заподозрил что-нибудь. Поговорим позже. Постой, что значит все как в Денвере? Это значит, что все в порядке. Но почему? Это намек на международный аэропорт Денвера и его подземный комплекс. Там произошел несчастный случай.
теряем время, мистер Майлз. Да, да, я иду. Мы почти закончили, знаете ли. И что потом? Узнаем. Может, вам позволят посмотреть, когда все начнется. Это не так ужасно, как кажется. Послушайте, я знаю, что вы не выпустите меня. Так почему бы не рассказать, что происходит? Я не идиот, мистер Майлз. Я думаю, что вы уже многое узнали. Не понимаю, о чем вы. Ну, конечно. Ладно, спрошу вас еще кое-что. Да? Многое из того, что я вижу в анимусе, иногда это кажется неправильным. Лживым, выдуманным. Это не... Что не, мистер Майлз? Не совпадает с тем, что вы прочитали в интернете? С тем, чему учили вас на уроках истории в школе? А из каких таких тайных источников знаний черпали сведения эти так называемые признанные эксперты? Есть книги, письма, документы, самые разные материалы из прошлого. И некоторые из них противоречат тому, что показывает анимус. Любой может написать книгу. И в ней он может написать что угодно. Когда-то люди думали, что Земля плоская. Некоторые еще думают. Да, и пишут об этом книги. Или о том, что высадки на Луне не было. Вроде бы есть даже книга о том, что мир был создан за 7 дней. Еще и бестселлер. К чему вы, док? К тому, что не стоит доверять всему, что вы слышите. Всему, что читаете. Как там говорил ваш предок? Ничто не истинно. И все позволено. Да, именно. И поэтому анимус так необходим. Он не оставляет места искажениям. Место всегда есть. Душе, мистер Майлз. Что ж, я ответил на ваш вопрос. Мы можем начать? Если вас обнаружили, расталкивайте всех людей на своем пути и используйте способность спринта, когда путь чист. Подойди, ученик. Нам надо многое обсудить. Мы уже близко, Альтаир. Лишь смерть Робера де Сабре отделяет нас от победы. Это он отдает приказы. Из его рук исполнители получают золото. И с ним умрет знание о сокровище тамплиеров и угроза, которую оно несет. Я все еще не понимаю, как простая безделушка может натворить столько бед. Частица Эдема — это воплощенное искушение. Посмотри, что она сделала с Робером. Вкусив ее мощь, он был поглощен ею. Он видел в ней не оружие, которое надо уничтожить, а инструмент, при помощи которого он добьется целей. Он мечтал о власти? И да, и нет. Он мечтал и мечтает. О мире, как и мы. Но из-за него Святая Земля погрузилась в пучину войны. Нет, Альтаир. Как ты можешь не видеть этого, когда именно ты открыл глаза мне? О чем вы? К чему стремится Робер и его последователи? К миру, где все будут едины. Я не против его цели. Я разделяю ее. Но я не согласен со средствами. Мир нужно заслужить, понять и принять. А он его навяжет. И лишит нас свободы воли. Я не думал об этом с такой стороны. Не копи ненависть к своим жертвам, Альтаир. Такие мысли — яд, и они затмят твой разум. Его нельзя переубедить, отказаться от замыслов. Я говорил с ним. Через тебя. Чем было каждое убийство, если не послание? Но он предпочел не замечать их. Тогда нам остается лишь одно. В Иерусалиме ты встретился с ним впервые. Там ты его и найдешь. Да не оставят тебя силы в этой битве. Ступай, Альтаир. Закончи дело.